В Красноярске проходит второй день первенства России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Сегодня разыгрываются медали среди фигуристов-одиночников. Второй день соревнований завершится произвольной программой одиночного катания. Также в борьбу за медали вступят спортивные пары. В 14:00 соревновательный день на льду открыли юноши. В 5 вечера начались выступления спортивных пар. Фигуристы представляли короткую программу. После произвольного катания в исполнении девушек начало прокатов в 19:00. И сегодня же после выступлений фигуристов состоится и награждение победителей и призеров. На первенстве разыграется 4 комплекта медалей по одному в каждой дисциплине. На турнир съехались около 90 участников. Это сильнейшие спортсмены с уникальными программами, которые имеют все шансы пройти отбор в сборную для участия в юниорских гран-при и чемпионате мира. Организует соревнования Корпорация развития Енисейской Сибири. Первенство России среди юниоров проходит с 1999 года и впервые за Уралом в Красноярске. Посмотреть зрелищные программы с трибун в наш город приехали и зрители из других городов. Очень красиво, очень все удобно, теплый каток, все подготовлено, уйма сувенирки, это очень радует всегда. Вы из Красноярска? Я из Петербурга. Я хотел в прошлом году приехать на соревнования, был чемпионат России, но не смог. Это сочетание искусства и спорта. Потому что там музыка, красивые платья, в отличие от других видов спорта. Тут все спортсмены выглядят все по-разному, очень интересно. И как и выступают, любим, и всех фигуристов очень следим за их жизнью, очень. И вот за юниорами мы вообще посещаем все. Четверной сальхо получился хорошо, на тулупе немного остался в кругу. Зрители аплодируют, это помогает, особенно в конце программы. Как оцениваешь красноярский лед? Хороший, удобный. Толкает хорошо.